Orange – наиболее титулованный партнер Cisco в России из числа операторов связи. В этой связи тема презентации, а именно переход от традиционных услуг системной интеграции оборудования и ПО вендора к предоставлению облачных сервисов на базе этого оборудования и ПО, представляет значительный интерес. Ввиду того, что себестоимость облачного сервиса, предоставляемого на базе расположенной в России инфраструктуры, в основном рублевая, то помимо широко известных преимуществ облачного сервиса перед моделью On-Premise, гибкое масштабирование, возможность для абонента сервиса сосредоточиться на основном бизнесе и тому подобное, у облачных сервисов в России появляется еще одно чрезвычайно важное преимущество. От закупки резко дорожающего импортного оборудования и ПО клиент может перейти к использованию готовых сервисов по более-менее стабильной цене в рублях. Orange связывает большие надежды с облачными сетевыми сервисами в России, первый из которых, Business Together the A-Service, был запущен в России в коммерческую эксплуатацию буквально на днях и имеет пока только одного клиента — 3M. По словам Йохана Бальона, директора департамента глобальных решений и услуг Orange Business Services в России и СНГ, в настоящее время многие клиенты Orange в России сталкиваются с необходимостью замены морально и физически устаревших УПАТС и другого телефонного и сетевого оборудования, и в сложившейся экономической ситуации все более склоняются в сторону покупки облачного сервиса, а не физического оборудования, несмотря на свою традиционную нелюбовь к аутсорсингу. В начале следующего года Orange планирует запустить в России и облачный сервис виртуального колл-центра. На рынок SaaS прикладного бизнес-ПО как сервиса выходить не планируют, концентрируясь на сетевых и коммуникационных сервисах.